Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Записки журналиста геймера» и читатели одноименного блога. С вами его ведущий Александр Милошенко, и пятница, 5 июля, 16:36, московское время. Вот здесь вот я. А, я в Сфиофании, помните, я схлестнулся на 70... Это здесь такой предел уровней? Ничего себе. Никогда бы не подумал, что такое есть. И я с ней тут еще что-то пытаюсь. Опа, па 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 па. Так, бывает. Только жук улетает. Не бывает так, что выигрывает. Вот такие. Это не бывает, да. Опа. Так. Иди сюда. Опа. Опс. И раз. Ты чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Попался. Попался. Попался на удочку. Опа. Отлично. 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 Ах ты. Ну это, конечно, было очень нереально, но возможно. То есть в какой-то... Ну да, оказывается, тут есть-то... Охо-хо. 73, то есть мне еще качаться и качаться, товарищ. И что тут так? Все круто. Так, так, так. Думаешь, ты сравнишься со мной? Думаю, что нет. Ну тебя нафиг. Поехали. Будут лерны. Ну, то есть. Давайте, кстати, видео сохраним. Кстати, я вам так скажу, что будь я, например, вот. Она с 73 уровня. Это Феофани или кто там. И будь я 63-го, то было бы куда проще. Да, уже пошли наемники, которые, да. Который такой. То есть крутые наемники. Стоп. Это что, крепость, да, там или что там такое? Крепость Аркада. Давай.
В аркаду мы играем, понимаете ли, опа. Так. Опа. Так, так, так. Опа-па. Опа. И вообще. Опа. И здесь что-то. Угу. Три сокровища, три припаса, один полиморх. И три капитана. Ну, короче, круто. Оставаться. Я возьму крепость. Мне нравится брать крепость в одиночку. Опа. Так. Это мечка. Зла тут, значит, жертвоприношение. Так, минус один, уже хорошо. О, вот это надо отключить. Установить ловушку. Вот, вот, вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть не улетел нафиг. Золотая статуэтка. Так. Так. Вступай в команду. Давай. Если жаждешь приключений. В черепе. Так, так, так. Конь в пальто. Надо проверить. Так. Опа. Потихонечку тут вырезаем. Пис, пис. Борьбы нет, конечно. Идите сюда. Эй! И да.
Мужик, ты вот не то совсем делаешь. Полимарх. Есть. Сейчас бахнет. Один капитан. Это шикарно. Что там происходит? Так, так, так. Идите сюда, да. Ну. Аллака. Никого. Ну давайте кто-нибудь подойдите сюда. Не дышит. И ты дышать не будешь. Какое зверство. Меня. Ну что? Тут никого. Смотри внимательно. Пищ. Опа-па. Есть. Опа. Такая крепость, это так. Ну, разрушенная, но так, так как-то бездарно, они все погибают. Глядеть в оба. Ну что, реально будете тут все по одному? Как засланцы. Блин, надо было. Так. Держи. Я еще не просто кто. Так. Так, осталось по два этих сокровища и так далее. Ну так мимо проходя взяли что-то. Какой-то. Так, пошли туда. Упс. Тут что? И тут кто-то есть. Сейчас мы. Тебе сюда нельзя. Да я знаю. Все я знаю, надо лечь. Так. И полимархов уже нет. И никого уже нет. Трезвобец. Так.
Опа. Есть. И остались еще одни припасы и все. И аркада взята. То есть исследована. То есть. Так, вперед. Свиньки тут. Па-па-па-па. Вот так вот, вот так. Опа. Так. Тридцать пять тысяч, ничего себе, нормальный так опыта за крепость. Кстати, уже ж там уже было, да. Так. Это уже Аркадия, кстати говоря. Поэтому здесь. Как на мысль сюда вот, а потом вот здесь, чтоб вернуться -то. Так, так, так. Коня. Так, так, так. Опа. Так, так, так. Не успеваю собирать ресурсы, которые. Опа, вот это у меня конь, моиш, молодец. Вообще такой бессмертный конь. Гавань контрабандист. А, это гавань. Ну давайте тогда посмотрим. Там можно Аркадию этого адресчи вызвать сюда именно. Так, что тут? Не, ну тот квест я не буду брать. Я уже не беру эти. Так. Временные. Вызвать адрес. Так, вот, вот пусть здесь пока постоит. Тем более, что... Кстати. Статуя Нереид. Так. Аргалина. А может быть сплавать, кстати. Раз уж мы здесь, отшвартоваться. Все по местам! Рад тебя видеть, капитан! И... На веслах сейчас пойдем туда. Готовьтесь! Вот
Опа. 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 Команда! Капитан покидает вахту! Отлично. Остановка мгновенная. Автомобиль такой нет. Опа. Так. Акулы будут, разберемся. Так. Статуя не реет. Угу. Что было? Так. Опа, тут еще что-то есть. Надо всплыть. Набрать воздуха и опять. Красиво, ничего не скажешь. Кто тут плавает? Киты, что ли, или кто? Опа. Атлантин. Так. Опа. Что там было? 5-3. Так, так, так. Пора всплывать. Ладно. Опа. Чем я отрастет? Прям красавица стала такая. Вообще круто. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Опа. Сейчас мы посмотрим на корабль, кстати. У нас с глиняными табличками осталось. Вот. Таран, что золотой. Вперед. Вот скорость. Быстрее не получится. Все. Что там с Геродотом? Столько дел и столько неизведанного впереди. Ага. Опа. Так. Идем дальше. Лес контрабандистов. Пам-пам-пам. Вот кусок Аркадии, вот кусок. Кстати, что там из заданий? Скалиста.
Аркадий. Ну, сейчас я, короче, исследую ее здесь. Мессиния. Мессиния интересно. Тоже может быть, кстати. Мне придется туда зайти. Может быть, вначале в Мессинию, а потом уже как-нибудь. Хорош. Так, так, так. Поехали. А так вот нельзя было проехать, да? Вот. Элла. Элла. Так, у нас интересно. Разбойничий лагерь. Сейчас мы я бы потом в Мессинию, да, пошел, но пока Лакония. Щели воинов. Долина Артемиды. Угу. Волками борешь. Опа. Сам не знаю. 10 драхм было. И я тебя поймаю. Вот так вот. Чуть-чуть, да, там куриных яиц, там всякого воды. Опа. И узника. Опа. Угу.
Лагерь готов. Теперь вверх. Туда и дальше. Вафилон непристойный. Так. Сейчас мы... Давайте сохраним видео. Пам-пам-пам. Что-нибудь здесь. Так. Тоже лагерь какой-нибудь. Разбойничий, да? Интересно, что там. Заброшенный охотничий лагерь. Понятно, что тут кто-то, какие-нибудь культисты сидят. Ну да. Опа, откуда вы знаете про богов? Есть. Есть. Раз уж мы здесь, тогда можно что-нибудь и собрать такое. Если далеко не надо ходить. Вот. Есть. Есть. Еще раз. Есть. Так. Короче, тут... Это... Недаром называют лес контрабандист. А! Между... Понятно. Афин-то там. Спарта здесь. Опа. Побежали дальше. Отлично. Драгоценные камни уже у меня. Выпадают из каждого этого. Хотя можно было же и на коне. Ну и так, это лагерь, понятно. Военный лагерь Кефея. Да не, не военный такой. Заходим такие. Капитана, зачем Версачи замочили? Прям как в той песне. Тык-тык-тык. Пам-пам-пам. Оп. Есть.
Ликвидируем угрозу. А теперь спокойненько соберем, что нам надо. Оп. Ресурсы для сохраним видео и пойдем дальше. Так, вот теперь сюда. Какая-то крылатая лабудья. Ну-ка, а на коне у нас найдется что-нибудь, чтоб туда добраться? Маршрут какой-нибудь. Походу, да. Угу. Вот-вот. Я указал. Все вещи и вещи. Вопросики там у нас, которые надо обкашлять. Так. Я к вам вернулся, сейчас видео сохраним. Опа. Иди сюда. Ладно, мы все равно скачем прямо. Потому что он здесь. Лагерь Эхема. Лагеря, все лагеря. Сколько ж тут, не пойми кого. Бандитов там. Опа. Только нет, а. А там можно. Есть. Мужики, вы не понимаете. Вот. Так. Отлично. Все горят. Все как огонь. Понравилось мне вот это вот. Офигели, что ли? Награда отменена. Ладно, что
умираем за такой бой. Все, пойдем дальше. Пойдем дальше. Город. Мы уже открыли половину Аркадии, кстати. Гора Фасида. Город, наверное, да. Так. И как тут пробраться? А, понял. Ворота здесь. Тигею. Светляды. Сейчас мы тут засинхронизируемся. Заодно украдем что-то. Опа. Спрыгнем потом. Высоко тут гора Фасида. Македония там на севере. Восьмой сейчас будет. Так, ну вот эти вот. Это не хочу. А вот сюда пойду. Задания уже не выполняете. Временные хватит. Так, так, так. Храм Деметра и Коры. Деметра я слышал такая. Так, 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 сокровищ. И капитаны. Вообще круто. Так, так, так. Смотрите. Товарищ. Опа. И здесь один. Опа.
Это кто еще сдохнет? Вот так вот. Крики, вопли. Как это? Типа страдает младенцы, да? Опа. В храме, конечно. Безбожник еще тот. Опа. Палец Геракла. Ух ты, ёперный театр. А Геракл-то не палец. Так. Пам-пам-пам. Ну что, скоро уже будет. Мой 58-й. И раз. Храм Деметра и Коры. Так. Не скоро. Так. Опа-па. Оп. Казармы чики. Взгляну, пожалуй. Смотри, а я пока смотрю, что у вас тут есть. Показалось. Так, одну минутку. Конечно, есть. Ну, иди сюда, ну что ж так долго-то, ну. Кажется, ничего. Конечно, ничего. Опа-па. Чё ж ты не убился-то, а? Ну, это я тебя убью, товарищ. Опа. А вот так вот как вам? Опа, есть. В огне. Этот поезд в огне. И нам некуда больше бежать. Опа. Опа-па-па-па-па-па. Фон зверь. Тыть. Не вместе. Малака, спасите! Отлично. Так, так, так. Есть доспехи бойца. Хорошо, что не доспехи бога. Так. Опа. Есть. Есть, есть, есть. Опа. 58 уровень. Так.
Опа. Мощность огня быть вот. Да. Качаемся вообще. Крутые стали. С1, да, это еще-то надо. Еще пока их всех перебьешь, так. Ну, в принципе, здесь все сделано, поэтому. Кузнец, а зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен, как помните в фильме. Так, так, так. Ты гений, зверей в 3 раза больше, чем людей. Как бы не встретить хищников. Угу. Не встречу. А чё ты их боишься-то? Что ищешь? Продаю. Так, поехали. Продать. Продать. Разобрать. Продать. Разобрать. Продать. Разобрать. Продать. Опа. Опа, 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 опа. В общем, мы и продаем, и разбираем. Разбираем и продаем. Разбираем, продаем. Разбираем, продаем. Разбираем, продаем, разбираем, продаем. Разбираем, продаем, разбираем, продаем, разбираем. Так, разбираем, продаем, разбираем. Продаем, разбираем. Конвейер. Есть. Так. И вот палец Геракла я оставлю. Улучшить. Сила Прометея. Ну-ка, Ахилла. А, Аида. Отлично. Ну, а это шикарная штука. А нет, теперь все. Тоже. И ноги. Ахилл.
Ахилл его знает, да. Гравировка учится. Что за гравировка у нас тут? Вот меч. Меч, кстати, да. Доброго дня! Пора мне уже... Идем дальше. В неоткрытое место. Прям вот так вот через... Через... Горы, через расстояние, да? Я же хотел. Хотел поменять вот эту вот Херобору на вот это. Пальцы Геракла. Опа. Что это такое? Какой-то опять заброшенный дом. Уберу еще архонта. И я только не совсем понимаю. Уничтожить амбар. Прямо вот так вот прийти и сжечь амбар. Мы великолепные, конечно, мисти. Опа. Оп. Сейчас как бахнет. Горящий архонтовый. Окей. 5300, это уже, считай, не опыт. Давайте, вот никто за нами не будет следить. Вот так вот. Долина Артемиды тоже здесь. В Аркадии. Наверх. Лес Сарон какой-то. Прям Йок Сарон. Поехали. Восемьсот метров.
Сейчас мы тут. Оба-на. Где? А, это предводитель региона вообще. Мы сейчас аккуратненько, так потихонечку. Проедемся по Тигее. Пам-пам-пам. Тут он куда-то не туда скачет, поэтому и я поскочу куда надо. Он-то по дороге, а я по идее. Поля. Так. Вот тут эти сектанты. Культ. А, нет, это разбойники обычно. Я думал. Пам-пари-вам-пам-пам. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Нет, лучше лезть в бой, ты что? Ты что? Вот так вот, главаря, раз и все. Опа. Опаньки, оп. Оп. Настолько крут, что даже внешний вид у меня. То есть идешь навстречу, люди офигевают такие. Оп, есть. Копыта. Тахны поля. Так. Фело не пристойно. Ну, пока вот сюда, потому что я же новых-то не знаю мест. Поэтому сколько там... На чай, что называется. Опа. Коня. Опа. Поехали. Прямо. Поехали.
Опа. Что-то появилось. Здесь. Так, так, так. Давай. Давай. Опа-па. Опа-па, была собака, он ее не убил, она съела кусок мяса, он ее вот так вот. Выпить бы как. Оп, есть. Ах ты. Есть. Минус один наемник. Так, так, так. Что там за место? Посмотрим сейчас. Вот в этом куске. Аркадий. Потом Нагорье и, видимо, Мессиния все-таки. Или Лакония. Или вообще надо сдать там задание и все такое прочее. Кстати, давайте. Нет, не давайте. Или давайте. Сейчас посмотрим. Так, так. Владение Лагоса. Что это ж такое? Ничего себе. Опа-па. Что за Лагос такой интересный? И припасы, и армия. Если меня тут заметят, будет плохо. Опа, что я... Мужики, и раз. Угу. Гореть тебе еще долго. Поесть. Ну, бегом. Есть. Отлично. Одного капитана нет. Фу. Второй тоже что-то как-то. Так, 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 так. Спи, моя радость, усни. В небе погасли огни. Ух ты. Ёбкарный бабай. Скорее попадешь ты с ним в рай. Так. И сдохни.
Опа. Да вообще супер. Тут происходит всякое. Капитаны. Хана капитаном. Опа. Опа-па. Сейчас красиво, конечно, тут все сделано такие. Я аж притих, потому что интересно. На, вот амбарчик. На. Показывает, зараза, жестокости войны. Да и. Я думал, солдаты. Опа. Кара Георгиевич. Есть. Опа. Что ты делаешь? Циклопов. Вот не будешь лазить по всяким. Сожгите припасы. Припасы. Найдите астракон. Ну понятно, что. Я не то сжигаю, короче. Так, так, так. То есть, типа, припасы это... Это припасы. Ага. Амбар это амбар. Ну, странно, лайк немного. Есть. Аркадий, когда... Угу. Так. Все. Лагоса. 1700.
Пам-пам-пам. Пам-пам. У тебя всех товарищей убили, а ты вот стоишь тут. Прохлаждаешься. Ну, сейчас посмотрю, где это. Пим-пим-пим. Давайте посмотрим. По астраконам. Так, это вот Аркадия. Колыбель Пана. Ульяк, вот. Конечно, круто. Ульи. Где-то здесь, наверное. Давайте, пока я здесь, надо сюда съездить посмотреть. Дракон. Еще раз видео сохраним. Ничего себе. Вот тебе свинка. Интересно. Улей. Улей, может быть, где-то здесь. Не, ну где вот это вот? Вот как тут найти пчел? Вот на этой карте. Может быть, улей вот здесь где-то?
Сейчас давайте посмотрим. Жжет. Так, вот по крайней мере уже интересно. Вот поди. Так, так, так. Улей, да. Пойдемте туда. Тысячу километров по дороге. Так, а чё ты... А чё ты едешь сюда? Давай. Прям через поля вот. И давай. Я где? Какой-то лагерь. Да! Давай. Поехали. Вот теперь можно по дороге. Опа-па. Новая локация, что ли? А локация это да. Это что-то война, что ли, была? Оползи. Прикольно. С горы вот что-то ползло тут такое. Угу. Аркадия. Аж не верится, что такой регион закрыт. Ну, почти закрыт. Это я. Опа. Мужик. Вот зря-то тут. Давай.
Вот. Зря ты меня ткнул мечиком, ой, зря. Ой, зря. Чуть-чуть позаимствую. Вот так. Подкрыть свои издержки. Так, так, так. Двойники уползнем. Угу. Давайте дальше. Так, это на горе где-то. Так. Сейчас аккуратненько так. Посмотрим, что там. Опа. На вопрос. На горизонте что-то там увидел. А, вот тот. Сейчас туда и пойдем. Отлично. Элида, Мессиния, Лакония. Потом вернемся в Македонию, только потом дальше. Какой-то военный лагерь. Нет. Что-то поинтереснее будет. Гробница дочери Атланта. Вау. Опа, давайте сыграем видео. Лишний опыт мне не помешает. Так. Опа. Видимо, совсем старая. Так, у нас тут лампадка есть, чтобы было понятно, что мы тут были. Пам-пам-пам. Чин-чин-чин. Ух ты! Опа! Понятно. Воспользоваться. Сейчас. Опыт получим. И вперед.
Рабочий Атланта. И опыт, и очко. И, в смысле, и опыт, и очко способности. О. Отлично. Красное яблоко. Откуда оно тут? Главное, зачем? Опа. Пам-пам-пам. Есть. Неужели здесь еще что-то есть? Походу, да. Забравшись оттуда. Их даже две было, по-моему. Опа. Нормально, прям две лампады такие. Зачем две, непонятно. Теперь понятно. Принц Персии. Здесь что-то крутое. Опа, ну. Что у нас тут? Господи. Дубовый лук чертогов. Уверен, что он того стоил? Ну ладно. Так, так, так. Новая способность. Так. По очереди. Следующий, потом такая опа-опа. Ну да. Ярость рода. Опа-па. Опа. Толпу, ну толпу у меня-то. Если боевой ключ Ареса применить вот сюда. Я все одно и то же использую. Значит, новое придумать. Так. Опа-па. Как это? Я что-то был?
как я мог пропустить? Как там мог, наверное? Опа. Так. Тоже в лиде будет. Нет, мы же хотели сюда. Так, так, так. Хорошо так. Раз. И способность без поднятия уровня. Прям реально лезу на гору. Тихонечко такой. Альпинисты мы. Вау. Ё-моё, как красиво-то. Да. Красиво, ничего не скажешь. Опа-па. Что у нас там внизу? Боевой лагерь чей-то. Конечно, вот так вот в щель такой. Да куда ж ты за... Так. Ну, что-то. Опа. Интересно, а что-нибудь такое армейское еще? Идем дальше. О,
Тут, оказывается, есть птичка. Это прекрасно. Чем еще пешком-то, пешком, ну в смысле, что? Так. Если нападет, там целый зверинец. Сначала это возьмем, потом то, ну в общем. Сейчас вот. О, логово. Логово Ликаона, кто такой Ликаон? А, это ж в аркаде какой-то волк был. Это о том, что. Опа. Начинается новый день, и машины туда-сюда. Раз уж солнце вставать не лень. И для нас, значит, да. Раз уж квесты сдавать не лень. Так, Ликаон, товарищ. Товарищ Ликаон. Полезли дальше. Пам-пам-пам. Опа, вершина Илики. А, так это пора. Господи. Так, так, так. Великие там поля. Поехали. Икар улучшил все у Икара. Хорошо, а мы идем дальше.
Пам-пам. Водопадик там льется. Вот там какая-то это пещера или ущелье. Ну, то есть опять, видимо, что-то древнее и интересное. Ты орал тут больше всех. Ну так. Спасибо. Видимо, это какой-то квест был. Ух ты, водопад Стикса. Ух ты. Найти древнюю стелу. Эти видео с...